Гелатии, монастырь. Пройдя плитой, войду в обитель. Под ней лежит Давид-строитель, последней волею своей. Свой склеп он выбрал под порогом, и первый шаг навстречу с Богом. Шаг через прах его мощей. Давид-строитель был акустик, он ведал вдохновение грусти, он слышал ангелов полет. И вот под куполом собора исчез мой голос, и не скоро его вернет высокий свод.